Здравствуйте! На этом видео я покажу вам, как заменить винт на лодочном моторе Suzuki DT15. Зачем это нужно? Первое, вы можете повредить винт и потребуется его замена. И второе, винт не всегда может подходить под ваши задачи. Коротко о винтах. Винты маркируются тремя значениями. Первое, это количество лопастей. Второе, это диаметр винта. И третье значение, это шаг винта. Чем больше шаг винта, тем больше скорость. Чем меньше шаг винта, тем меньше скорость, но больше грузоподъемность. Не обязательно использовать оригинальные винты. Вы можете приобрести винты других производителей. Однако есть нюансы. Винты для моторов серии А используются с усиленной втулкой. Чтобы поставить на этот мотор винт от предыдущей серии, у которой втулка короче, необходимо ставить упорную шайбу, которую можно заказать дополнительно. В данном случае на моторе установлен штатный винт 9 шага, но его можно считать универсальным. Отверстие под шплинт необходимо совместить с прорезью для гайки, для того, чтобы легко его туда вставить. Обратите внимание, что при снятии винта иногда упорная шайба остается в самом винте. И по случайности можно поставить винт без упорной шайбы. Если поставить винт без упорной шайбы, то винт упрется в корпус редуктора. Этого допускать нельзя. Все, упорную шайбу мы поставили на место и устанавливаем винт. Все, винт не упирается в корпус редуктора, установка винта правильная.